Аномальное нашествие гусениц на урожай отмечают в этом году на Камчатке. Дачники бьют тревогу. По словам бывалых огородников, такого огромного количества вредителей они не видели десятки лет. Как рассказали масс-медиа News в региональном отделении Россельхозцентра, это явление ненормальное и связано с необычно теплой погодой. Обращаются нам со всех сотов, со всех населенных пунктов. Создались очень благоприятные погодные условия для массового размножения их в этом сезоне. Вот я работаю здесь уже 40 лет. Вот за 40 лет такая вспышка впервые. Но мы все отмечаем потепление климата. У нас теперь ночью температура плюс 15. Раньше такая температура у нас в июле, в августе была только днем. Поэтому вредитель прекрасно размножается. Специалисты отмечают несколько видов вредителей. Совка гамма, совка капустная, совка клеверная, совка гороховая. И плюс вредители леса. Вредоносность от гусениц совок отмечается практически на всех культурах. Картофель, горох, лук, морковь, свекла, ну и, естественно, капуста. Страдают цветы, декоративные культуры. Несмотря на обилие вредителей, специалисты успокаивают. Потеря урожая в Камчатке не грозит. Потери урожая от этого не будет. Свекла не потеряна, потому что урожай сформирован. Морковь, ей не будет причинен такой ущерб. На капусте препаратов достаточно. На картофеле тоже особой урожайности не повредит. О том, как бороться с нашествием вредителей, вам подробно расскажут специалисты Россельхозцентра. Он находится в Елизово по адресу Тимирязевский переулок, дом 3. Контактный телефон указан сейчас на вашем экране. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram.